Отправлять за решетку не стали. Суд Центрального района избрал меру пресечения мужчине, который обвиняется в смертельном ДТП на улице Даватора. В аварии погибла его супруга. На этом заседании Евгений Стрельников просил не отправлять его в СИЗО. Обещал не скрываться от следствия и являться по первому требованию следователей. Напомним, смертельное ДТП на улице Даватора случилось накануне. Вместе с женой Евгений Стрельников ехал за рулем ВАЗа 12-й модели. Мужчина, сообщают в ГИБДД, был без прав и страховки. Кроме того, находился за управлением пьяным. В итоге протаранил Hyundai Elantra. После, от удара, машину отнесло в электроопору. Легковушку буквально разорвало пополам. Супруга нарушителя скончалась на месте. Да нет, его увезли. Он вылетел нафиг. Каким-то чудом вылетел на дорогу. Она была впереди, да? Она на пассажирском так и осталась лежать. Ранее мужчина был судим за убийство, освободился в июне этого года. И вот суд назначил ему домашний арест на 2 месяца. Просто невозможно. Я полагаю, что суд учел тот момент, что это все-таки его супруга, да, то есть и преступление неосторожное. При этом фактически действительно необходимо осуществлять меры по захоронению погибшей и какую-то меры материальной помощи обеспечивать. Вот суд, видимо, в данном случае сторону защиты удовлетворил их. Общих детей у обвиняемого и погибшей не было, но у девушки остался несовершеннолетний ребенок от первого брака. Теперь его будут воспитывать родители погибшей.